Короче, грею трактор. Уже, наверное, минут 15, наверное, греется. Не знаю, слышно, не слышно будет. О, самолет работает, реактивный двигатель. В кабине стекла оттаяли. Сейчас пробую заводить бензонасос. Масляный насос отключил. Сейчас пробую заводить. А этот работает. Шумно работает, правда, вообще. Очень шумно работает. Ну, это со временем на подшипнике моторчик переведу. То есть тут вон все оттаяло уже. Печка греет. Пробую заводить. Неудобно. Печку тушить, короче, аккумулятор дохлый. Аккумулятор дохлый, короче, надо сейчас погоняю, потом буду заводить. Короче, попытка номер два. Печка очень много жрет. Пробую еще раз масса. Газ. Еще погоняется, что-то не хочет заводиться. Аккумулятор это газовский, нифига, короче, не уходит. Короче, попытка номер три. Ой, печка, короче, вообще высасывает аккумулятор конкретно, нафиг ему. То есть он у меня даже не заряжался, видать. Сейчас пробую еще раз, нафиг. Не знаю, нет, да. Короче, четвертая попытка. На улице уже 3 часа. Уже солнце садится. Короче, пробую опять. Задубел трактор. Короче, запускаю сразу печку. Первое положение. Спираль накала идет. Лампочка не горит. Будет, наверное, горелось.